Всем привет, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман и Андрюха, мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это эксперименты в GTA 5. Всем привет, пацаны! Друзья мои, сегодня мы проведем уже бывалый эксперимент. Как-то недавно мы же заезжали на огромную высокую башню в игре GTA 5, это Maze Bank. Сегодня я поставил вот такой вот огромнейший заезд высотой в 1100 метров. Как раз таки как наша гора Чилиот. И именно, получается, если мы зайдем на вот эту высоту, то мы покорим гору Чилиот, если бы мы ехали вот именно вертикально. И получается, сегодня у нас подборочки просто невероятно крутые этачки. Это огромнейший вот такой вот лимузин, самый длинный в игре. Есть монстры всякие, ну есть внедорожники, паркетники и суперкары. В общем-то, нормально. Мы проверим, какие из этих тачек смогут покорить эту высоту, а какие нет. Ну и давай будем готовиться для нашего первого заезда. Давай, давай. Друзья мои, мы начинаем. У меня либератор, у тебя длинный, да, какой-то, да, да. Давай, огромный, давай. Такой вот. С одной нетрухой, братуха, или с двумя. Ареновар с одной нетрухой. А, окей. Так, все, нитро мы отпускаем. Отпускай там нитро где-то на середине. И в итоге я заехал. Братан, у меня вот так вот получилось. Братан, это просто капец. Нифига. Короче, я заехал 320 метров я заехал в итоге. А ты на скольки там остановился? Мне братан, вот интересно, ну смотри, это полпути твоего. Чего? Он серьезно? Овощ какой-то. Там, короче, да. Сбоку я поставил именно нумеровку. То есть ты, получается, оказался всего на 145 метров. Да, метрах. Где-то так, братан. Ну такое, братан, половина моего пути. Окей. Ладно, давайте тогда возьмем другие тачки и проверим снова. Дальше. Друзья мои, сейчас мы проверим невероятное. Это лимузин на заезде на эту огромную высоту. В итоге, раз, два, три, погнали. Обе зеленые тачки, братан. Я надеюсь, что он заедет, как минимум, вот этот вот подъем. Слушай, ну идем равно. И я, короче, я поехал. О! Тебя подкинул? Да ну меня аж подкинуло. Братан, давай, 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 давай. Все, братан, я, короче, встал. Ну, короче, я был где-то на 245, как... А я чуть ниже, братан. Я на 245. А мне показалось, что ты подлетел или ты ехал? Мне так... Да я подлетел как-то непонятно, я фиг его знает. Баг какой-то. Ну, если хочешь, можешь перепробовать это все заново сделать, а мы в итоге, ребята, готовимся к следующему заезду. Погнали. Друзья, далее у нас идет демон-хавка Гелик Юра. Сейчас мы поймем, какая из этих тачек хороша на подъеме. В итоге, давай. Кстати, в предыдущий раз Андрюха переехал, и он оказался чуть ниже по трёх. Еще худший Ладно, результат. Раз, был. Два, три, погнали! Го, погнали. Полетели. Ну и в итоге так. Я. Ой! Ой! 300. 150, 200, всё, я пускаю нитро. Я поехал. Братан. Это рекорды! Нифига! Это рекорды! Тебя что, опять перекинуло? Да как-то? Ну, я здесь остался, братан. Можешь попробовать еще раз, но ну, я давай в итоге еще на разок. Давай, 700 давай, скольки. Давай. Я еду! На 800, а я уже, братан, был, я на 800! Так это 850 метров, 855, 865. 865 метров все-таки оказалось демон у меня вот на такой высоте. Окей, я фрижу его и давай братан, ждем, сколько ну, ты там я поедешь. Здесь, смотри. А ты оказался, получается, на скольки, на 300? Ну, да, это даже получше, на 260, чем лимузин длинный. Даже 265, да. Ну, ну это как бы такое, в любом случае, не, ребята, все равно... пока что демон показал невероятные результаты, он уже практически на высоте поднялся, но у нас другие тачки, поэтому погнали их проверим. Go, go, go. Друзья мои, а вот и обычный, получается, СРТ джип. Да, у меня хаммер шестиколесный. В итоге раз, два, три, помчали. Go, полетели. Ага, то есть ты быстрее. Чего? Сразу, да? Ты быстрее все же. Короче, я на 200. Так, я поехал. Ты что за баг, но у меня нормально все, кстати. Смотри, у меня хорошо едет. Так, ну, допустим, ты поехал? Так, да, я, да, да. Я все, братан. Ну, ты, короче, 280, я так понял, полагаю. Да, в принципе, 280 да, в итоге у меня. Вот тут вот я остался, а ты где? А я дальше, наверное, не заберусь, смотри, ага, где я. А ты на 310 где-то, да, оказался? Да-да-да. Ну, да, такое. Да, да. Все-таки Хаммер показал хуже результат, чем моего оппонента. А сейчас мы отправимся на проверку следующих тачек. Погнали. Друзья мои, далее у нас Аперта и Бугатти. И сейчас вот это будем интересно. Заезжать. А раз, два, три, погнали. Гоу, полетели. Так, ну Аперта пошла. Ой, ну 300. Ой-ой-ой, как 350, хорошо, я поехал, братан. Я, братан! Короче, не знаю, что, как, где. Чё, кого, куда? А я вот так и еду дальше. Я все будет, залетаем! 100... Блин, не теряй скорость, пожалуйста, не теряй скорость! Залетаем! Пожалуйста. Короче, братан, 100... Братан, 100... я здесь! Я разгоняюсь, я разгоняюсь! Серьёзно? Я заехал, братан.
Да ну! Офигенно! Я заехал, ну, можно сказать, на гору Чилят, а ты там где оказался? Братан, у меня такой результат, я не получилось заехать. А, и что ты уже начинаешь тормозить, и в итоге... Ага, то есть ты, получается, где? Это у нас... давай посмотри. 675 метров, получается. Ну, неплохо, неплохо. Ну, да, половина пути уже есть, но, блин, ребята, Аперта сейчас поставила настоящий рекорд. Аперта тащит. Она заехала на огромную высоту в 1100 метров. Даже была бы дальше, но так как у нас кончилась трасса, она и остановилась. Ну чё, пацаны, решил я взять себе Зенва, решил заспавнить ту тачку, чтобы посоревноваться с Хурпером и посмотреть, как эти тачки, друг против друга. Давай, полетели. Погнали, короче. Ой, хорошо, прям как Аперта. Ой, как еду. Хорошо. Ой, она теряет скорость сильно. Ой, как хорошо. Она теряет скорость сильно, кого? Чё, братан, я здесь остался. Кого? Да ну, ты дальше? Кого? Я только что сейчас объехал демон, и я, ребята, теряю... Я набираю скорость! Я набираю скорость! Я набираю! Да-да-да-да, братан, короче, я сдох. Братан, я доехал, я заехал, вот братан. Здесь, да. Я заехал, и получилось, что меня Ламборгини заехала на гору, а ты оказался где? Да я здесь, я выше, тебя. Я Чирона выше немного то есть, остался. А, вот здесь ты оказался, да? То есть ты где-то порядка 740 метров заехал. Ну, такое. Ладно, друзья, у нас остаются следующие тачки. Это, получается, карты и Дракнова, и сейчас мы их проверим. Друзья, далее у нас чьи тачки Дракнова и как? Да. Сейчас попробую на них заехать, посмотреть, как они себя чувствуют на этом подъеме, и давай на счет 3. Раз, ну, два, давай. Три, гоу! Гоу, полетели. Слушай, я ну, с тобой, аккуратненько. О, 400. Она у меня разгоняет. Да ну ты серьезно? Чего? Опа-на, я тоже неплохо я лечу. Полетел, братан. Я просто в космос да полетел. Да это же самое, братан. Приземление, опа! Все, я тут. Ну, в итоге я, братан, 110 где-то лечу в космос. Но, слушай, мне братан, кажется, ну, тут а я уже любой подъем, любой подъем. А где ты? Я в итоге на площадку прилетел. Так а я тоже на площадку, я вылетел. Ага, ты тоже вылетел, да, получается? Да, окей. Я с тобой прям. Да, ребят, мне кажется, для таких тачек именно этот подъем не показатель. Для них вообще любой подъем по зубам. Поэтому, друзья, не знаю, что вообще придумать для них. Пишите в комментариях. Вот. Ну и в следующей серии мы это организуем. Но сейчас, я полагаю, давай еще парочку тачек проверим. Пока ты все нафиг не взорвал. Ну а сейчас я решил проверить Чирон в моих руках. Куда о-хо-хо. Он заедет. Ты взял Верон. И давай, погнали. Давай, гоу. Ага. Ну то есть 200 интересно, он едет. 300. Пугати. Ага. Я понял. Тебя что, опять развернуло, да? Ну да, что-то я меня понял. Ладно, расколбасило. Ладно, давай братан, я короче, это попробую, я перелечу. Пока еду. Я 200. И чё, и куда? Серьезно, ты поехал? Верон, как оказалось, даже был лучше, чем Хурпер. Братан, ну и меня опять тот баг преследовал тогда, наверное, именно поэтому. Офигеть. Ну да, ребята, да. В любом случае оказалось, что у нас уже 5. Ну, моя тоже заезжает, братан. А твоя заезжает, да? Да, ну, окей, да, да, хорошо. Да, да, да. Получается, на Вероне ты проехал вот сюда, и это оказалось всего сколько по метражу? Ну, это выше, чем... А, 900. Это да, где-то 905. Это неплохо, братан. Ну да. Давайте теперь подытожим. У нас, получается, Аперта, Хурпер, Карт, Бугатти и Дракнова оказались рекордсменами, заехали на гору Чилят, ну, так сказать, в кавычках. Вот, близко к ним расположились у нас Демон Хавк, Верон, потом у нас идет это Зенва, ребята, ну и больше я так не смотрю, да. Да, и ну и, как вы видите, в основном где-то около 300-250 у нас оказались оставшиеся тачки. Это и монстры, и демоны, Хаммеры, и патриоты, и огромные лимузины. Окей. Получается, ребята, все равно, на гору Чилят, если бы она была вертикальной, и мы могли по ней ехать, можно было бы спокойно заехать на вот таких вот крутых тачках. А вот, ну, а мы, я думаю, на этом заканчиваем. Спасибо огромнейшее всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, на мой инстаграмчик, все будут ссылочки в описании, ну и предлагайте свои варианты для последующих экспериментов. Ну а мы с вами прощаемся, всем удачи и всем пока! Всем пока, народ!